Человек-паук. Это все? Лучшее, что у нас есть. Да, ужасно. Как идет разговор о «Человеке-пауке 4», подогреваемый слухами, Кирстен Данст высказала свою задумку потенциального фильма Marvel. Скринланд рассматривает задумку сиквела Данст. Оги Рэйми о «Человеке-пауке» стала любимой адаптацией Marvel с момента выхода оригинала в 2002-м. Не может быть правдой. Кажется, роль Магуайра как Человека-паука подошла к концу с франшизой от Sony с Гарфилдом. В спросе возникли слухи о возможности выхода Человека-паука 4 с Магуайром. Кирстен Данст рассказала об этом в интервью GQ, где она предложила, чтобы Человек-паук 4 вдохновлялся хроникой. Переосмотреть отношения Питера и Мэри Джейн в уникальном, цитирую, инди-стиле. «Хроника» — это уникальный супергеройский фильм, снятый не DC и не Marvel, в формате найденной видеозаписи. Данст затем сказала, цитирую, «Было бы смешно сказать, окей, берем Тоби Магуайра и меня и делаем это странным инди, способом, где это похоже на другой вид супергеройского фильма, как они сделали фильм «Хроника». Это могло бы быть круто». Предложение Данст смелое, но в эту эпоху, когда супергеройские фильмы отталкивают обычную аудиторию из-за того, что постоянно повторяют одно и то же, возможно, именно такой поворот нужен Sony. И хотя спрос на четвертого «Паука» Рэйми возрос после выхода «Человека-паука», «Нет пути домой», можно с уверенностью сказать, что нашего мальчика Тоби в обтягивающем леотарде в ближайшее время мы не увидим. Я думаю, нужно было признательны, что мы получили 3 фильма, где он был на вторых ролях в MCU. На этом пока все, пауки. Выход Скринрант.